Что происходит сейчас на Украине, и вот близко с этим сталкиваясь, я считаю, вот такие парки, их надо делать как можно больше. Я считаю, что с самого детства необходимо прививать патриотизм детям, показывать и рассказывать историю. Как мы знали, так и они должны знать, что такое война, как это все происходит. Это место прям отражает. Храм просто поражает. Это надо чувствовать, надо приезжать, надо видеть. Голос Бога звучит сильным эхом любви и тепла над просторами войны. Птичьи разносятся трели, и к распахнутым душам обращаются колокола. А над просторами разносится колоколов разноголосица, неся с собой благую весть. У нас в России к счастью есть любовь, достоинство и честь. Любовь, достоинство и честь. Весь мир охвачен огнем войны. Если вы посмотрите, это ж не только на территории там, России, Украины. Весь земной шар, он сейчас идет, ну, как в наказание нам, наверное, какое-то божественное привидение. За наши поступки, за наши действия, за нашу молодежь. Это же упущение. Вот воспитание молодежи вот на данном этапе. Я считаю, во многом это упущение. Упущение в чем-то, где-то мы поступали не так. И вот поэтому в свете настоящих событий, да, ну, все должны знать правду. Что было, правду в Великой Отечественной войне. А ее сейчас искажают во многих фактах.